Сегодня те ресурсы, которые предназначались для избирательной кампании, я потрачу на реализацию социальных программ. За это время я действительно получила очень много обращений. Мы открыли институт социальной защиты, где работает сегодня открытое окно, куда обращаются люди. И мы будем помогать просто людям, защищать тем, кто сегодня нуждается в быстрой и необходимой помощи.